Дело-то государственное. А за самовольство знаешь, что бывает? Да знаю, Михайло, знаю. Слушай, давай так, веди людей на Колыму, а мы с Атамаем сходим, сведаем. А потом вас нагоним. Ну так я тебя не велю. Ах, ты не велишь? Ну да. Воеводе так и отпишешь. Дежнев опять в ослушании. Ушел на поиск руды серебряной. Понял? Погоди, не кипятись. Что-то у тебя интерес к тому делу, шибко рьяный. Государю ли дело ради? Ну не твоего же. А со мной пойдешь? Чего молчишь? Со мной? Почему тебе не хочется? М? Ну, в общем, так порешим. Вместе пойдем на прииск руды. А пуля людей на Колыму поведет. Сбирайся. Совсем плохой этот человек. Идти не может, нога сломал. Семен Иван, совсем он плохо. Идти надо мне. Люди звать. Один быстро пойду. Два раза солнце сядет, люди здесь будут. Куда это он? Собака шкуру свою спасает. Слышь? Слышь, Семен, бросит он нас. Нельзя. Нельзя его отпускать. Погиб.